Ломоносовские чтения стартуют в нашем городе 20 ноября. Основная тема – родина Ломоносова, арктический щит России. Организаторы обещают, программа будет интересна как искушенным, так и новичкам. Регистрация участников на городских ломоносовских чтениях начнется в ЦКИОМ на Бычка 2 в 11 утра. Там откроются 10 интерактивных площадок. Часть из них подготовят победители Ломоносовской премии минувших лет. Ровно в полдень начнутся пленарные заседания. На них и объявят имена победителей ломоносовских премий 2014 года. Они получат медали и материальные вознаграждения. Взрослым 50 тысяч, молодым ученым 25 тысяч рублей. Мы храним интригу. У нас постановление победителя готово, но сами победители и участники Ломоносовской премии еще не знают, кто из них победил, а кто будет лауреатом. Поэтому такая легкая интрига, легкое волнение сохраняется. Затем начнут работать 4 дискуссионных площадки. Известные краеведы города подготовили доклады об истории Северодвинска и Поморья. Психологи обсудят семейное воспитание, обрисуют портрет современного родителя. Специалисты заводов и САФУ о создании морской темы для Арктики. Молодые ученые. Ученые представят 12 докладов. Самый младший участник ломоносовских чтений – ученик 5 класса. Всего же в этом году заявились более 500 участников.